Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала. Вас приветствует Алена Ариес. Я таролог и психолог. В первую очередь от всей души благодарю всех вас за прекрасные позитивные комментарии, которые вы оставляете под моими видео, за многочисленные лайки, за то, что подписываетесь на мой канал и смотрите мои расклады. Мне очень и очень приятно. И сегодня, дорогие мои девочки, для вас расклад очень глубокий, как всегда, многогранный, который называется «Что будет между вами?». Я планирую в данном раскладе рассмотреть ваши отношения очень подробно и ваше будущее на 3 месяца. Но вы можете загадать период значительно больше. И, ну, скажем, полгода можете загадать. Ну, год слишком много для такого расклада. Полгода, я думаю, это максимум. Вот, ну, минимум, если вас интересует месяц, скажем, для вас какой-то серьезный такой период, то минимум месяц. Да, и вот в тот момент, когда я буду рассматривать ближайшее будущее, я озвучу 1-3 месяца, да, а вы уже по своему загаданному времени будете ориентироваться. Естественно, если полгода, то, соответственно, каждая карта будет на 2 месяца, да, ну, то есть я 3 карты выложу на будущее, и вы разделите приблизительно загаданное вами время на 3 части. Также, девочки, как всегда, напоминаю вам, что это все-таки общий онлайн-расклад, его точность зависит только от вашей интуиции. Для записи на личную консультацию пишите мне на Viber или WhatsApp. Только смс и только на Viber или WhatsApp, по-другому консультация невозможна. Контакты есть внизу под этим видео и на заставке к данному ролику, не помню, есть или нету, но в описании точно есть под этим видео и в моем первом комментарии. Открывайте, я вас уже учила, да, маленький черный треугольничек, нажимаете, открывается описание, нажимаете слова «читать дальше», открывается мой первый комментарий, где я размещаю всегда полезные для вас ссылочки. И также свои контакты. Там же есть еще ссылка на группу «Зеркало судьбы» и на мой второй канал, канал о красоте. Также, девочки, напоминаю вам о законе обмена энергиями, поэтому ставьте лайк, нажимайте колокольчик внизу под видео, чтобы не пропустить мои новые расклады, а также премьеры на моем канале. И обязательно оставляйте под видео свои комментарии. Мне важно ваше мнение и очень интересно, как у вас проигрывается та или иная позиция. Ну и приступаем теперь, девочки. Как вы уже знаете, да, привыкли уже, наверное, 3 позиции будет. Выбирайте свою позицию. Первая, вторая или третья. Для того, чтобы выбрать позицию, сосредоточьтесь, пожалуйста, на своем мужчине. Либо посмотрите на фотографию, либо представьте его. И прямо почувствуйте его энергию. И только после этого интуитивно выберите ту или иную позицию. Если вы выбираете позиции для нескольких мужчин, то после каждого мужчины обязательно переключите свое внимание и мысли на какой-то отвлеченный предмет и только после этого загадывайте следующую позицию. Кто еще не успел выбрать, поставьте видео на паузу и спокойно выбирайте позиции. А я приступаю, девочки. Итак, начинаем, как всегда, с первой позиции, естественно. И смотрим по первой позиции. Что же будет между вами? Загадано вами время. Все, что я буду смотреть, все позиции, это все, что будет между вами. Именно в загаданное время. Итак, его отношение к вам, которое он будет вам демонстрировать. Будет он демонстрировать вам, девочки, по 4 мечей полное спокойствие. То, что ему вообще все, ну, для кого-то просто спокойствие будет демонстрировать. А некоторые ваши мужчины будут демонстрировать полную холодность. Что вообще они настолько спокойны, что ничего их
не цепляет, да. Ну, в общем, как-то так. В общем, полное спокойствие будет демонстрировать ваш мужчина. Давайте теперь посмотрим его истинное отношение к вам, которое будет загаданное вами на время. Угу. А истинное отношение к вам, смотрите, девочки, по старшему аркану Иерофанта, это, во-первых, серьезное намерение. Во-вторых, привязанность, притяжение. По старшему аркану Иерофант – это душевное притяжение. То есть я хочу сказать, что мужчина очень-очень к вам тянется. Причем тянется к вам как к близкому человеку, как к подруге, как к родственнице. Да, ну вот это такое притяжение внутреннее. Еще по старшему аркану Иерофант это кармическое притяжение, кармическая связь. Что значит кармическая связь? Наши с вами души живут вечно. И если вы с мужчиной были близкими людьми в одном из прошлых воплощений, то в данном воплощении ваши души помнят друг друга, и они друг к другу притягиваются. Но, девочки, никогда не путайте, вернее, не путайте, а не думайте, что кармическая связь или то, что мужчина по судьбе вам, что это гарантия, что вы 100% вы всю жизнь будете вместе. Зависит это только от вас. Поэтому, да, ваши души притягиваются, и душа мужчины тянется к вашей душе. Кармическая связь, она бывает как двусторонняя, так и односторонняя. В данном случае я вижу, что именно мужчину очень сильно тянет к вам, но при этом демонстрировать он вам будет полное равнодушие и спокойствие. Дальше. А какие отношения между вами сейчас? Девочки, ну по шестерке мечей смотрите, либо вы на расстоянии, загадали мужчину, с которым вы на расстоянии, либо между вами нет отношений, есть симпатия, то есть если вы загадали мужчину, который вам нравится, да, либо, скажем, вы куда-то вместе собираетесь поехать или встретиться, может быть, по шестерке мечей. Вот. Но опять-таки по шестерке мечей я не могу сказать, что отношения у вас очень хорошие. Скорее всего, вы как-то хотите изменить ваши отношения. Вот о чем говорит шестерка мечей. Хотите изменить их в лучшую сторону, и вы, и мужчина, получается, да, потому что это не взгляд мужчины, это карта, именно характеризующая ваши отношения, то, что ваши отношения нужно менять. Хотите вы их изменить именно в сторону более серьезных отношений или в какую-то другую сторону, но в любом случае однозначно хотите как что-то в ваших отношениях поменять в лучшую сторону. Дальше. Совместимость ваша с мужчиной. Ну, по старшему аркану смерть, опять-таки, перемены. Для того, чтобы вы были совместимы с мужчиной по старшему аркану смерть, нужны перемены. Девочки, пока не могу сказать, какие перемены, но другого человека изменить невозможно. Должны измениться ваши отношения. А для того, чтобы ваши отношения изменились, вы должны поменяться. Но еще раз говорю, другого человека, то есть вашего мужчину, вы никак изменить не сможете однозначно. Вот, поэтому в любом случае начинать меняться нужно именно себя, с себя, да. То есть именно вы должны сами проанализировать свое поведение, свою конкретную ситуацию. Я вам в этом сейчас помогу, потому что у нас только первые карты. Еще я пока всю ситуацию не вижу. Вот. Но тем не менее, вам нужно начинать меняться именно с себя. Все остальное расскажу потом, куда как меняться, да, не вижу пока всю ситуацию.
Вижу только, что для того, чтобы вы были совместимы, ну, должно что-то измениться в ваших отношениях, в ваших взглядах, либо, ну вот, что я сразу вот так навскидку вам могу сказать. Ну, к примеру, мужчина хочет просто встреч, а вы хотите серьезных отношений, да? Разный взгляд на отношения. И переубедить друг друга вы не сможете. Здесь только один выход. Вы должны принять взгляд на отношения мужчины. Но для этого вы должны быть готовы просто встречаться с ним. А для этого вы должны переделать себя практически, да, то есть поработать над собой. А вот, если хотите быть с мужчиной, нет, значит расстаться. Ну, это вот я как бы вам такую ситуацию привела. Не обязательно у вас именно такая ситуация. Это просто для примера. Я вам рассказываю. То есть выходы, всегда выхода два. Ну, как минимум два. Их, скорее всего, больше. Да? Ну, вот как-то так. Дальше. Ожидания мужчины от отношений с вами. Вот мужчина, кстати, настроен серьезно. Вот. Поэтому вот я же говорю, я пока ситуацию не вижу. Вот он как раз таки хочет с вами серьезных отношений, создания семьи, брак и даже детей. Дальше. Что вам нужно сделать для улучшения взаимоотношений с мужчиной? Ну, по принцу мечей, что вам нужно сделать? Ну, как-то вот заставить, наверное, его ревновать. Вот. Чтобы он раскрылся. Вот женщину выводить на ревность нельзя. Мужчин тоже не всех можно, да. Есть мужчины, которые, когда их выводишь на ревность, они, наоборот, закрываются и пропадают. Ну, вот здесь вот такой совет именно вывести мужчину на ревность. Один совет. И другой совет – дать мужчине полную свободу. То есть, ну, я во многих видео об этом говорю, что и отношения, и даже брак между мужчиной и женщиной – это союз двух свободных людей. Ни в коем случае нельзя как-то мужчину контролировать, как-то ограничивать его свободу, ну, потому что ни к чему хорошему, по большому счету, это не приведет. Вот поэтому такой вам совет. Собственно говоря, да, во-первых, мужчина должен чувствовать себя свободным в ваших отношениях, а во-вторых, да, здесь я вижу, что у вас может в жизни появиться другой мужчина, какой-то из прошлого, может быть, ваш муж, да, и будет ревность, естественно, но это будет на самом деле именно хорошо для ваших отношений, да, потому что ревность, она его простимулирует, вашего мужчину. Дальше. Как повлияют на ваши отношения в загаданное вами время какие-то внешние ситуации или события? Ну вот, я же вам говорю, появится еще один мужчина и какой-то из вашего прошлого, что выведет мужчину, которого вы загадали по первой позиции на ревность, и он начнет действовать. Причем, девочки, здесь независимо от формата отношений, да, в любом случае начнет действовать. А уже от формата отношений зависит как. Дальше. Как повлияют на ваши отношения посторонние люди? Ну, по девятке жезлов такая у него будет защитная позиция. С одной стороны, как бы действия будут, да, а с другой стороны, позиция будет защитная. То есть он и так будет. Ваш мужчина. И действовать будет, да,
Ну и немножечко, не то чтобы закрываться, но, естественно, мы всегда себе как бы оставляем, да, отходные пути. Вот это как раз-таки об этом. Дальше, девочки. Самое интересное теперь, как будут развиваться ваши отношения в течение загаданного вами времени. Давайте посмотрим. Ну, вот сразу будут действия его. Вот. Ну, вот карты мне говорят, что вполне возможно, что вы этого мужчину как раз-таки оставите и выберете другого. Другого мужчину я тоже здесь вижу. Вот, это какой-то мужчина появится из вашего прошлого. То есть мужчин тут двое вижу, смотрите. Один мужчина, у которого темные волосы, темные глаза, такой сдержанный, холодноватый, прямолинейный, конфликтный. И второй мужчина, это у которого рыжие или белокурые волосы, светло-карие или серые глаза. Мужчина такой яркий, активный, жизнерадостный. Вот, выбирайте, какой из них ваш, собственно, второй появится. Ну, то есть мужчин в любом случае двое будет в ближайшее время. Вот, и вот этот мужчина, которого вы загадали, он будет действия какие-то совершать в отношении вас, в зависимости от формата отношений. Здесь вполне возможно, если вы загадали мужчину, который вам нравится, он вам предложит встречаться, предложит какие-то отношения. Если вы загадали мужчину, с которым у вас роман на расстоянии, то, скорее всего, мужчина предложит вам встречу. И встреча вполне может загаданное вами время состояться. То есть, скорее всего, состоится. Если вы загадали мужчину, с которым у вас ссора, конфликт, расставание, разрыв или развод, то будут шаги, причем очень такие действенные шаги в вашу сторону для примирения. Но если вы загадали мужчину, с которым вы в паре или в браке, то вполне возможно какая-то совместная поездка, либо откуда-то мужчина приедет к вам. Да, ну скажем, если он на заработки уехал или в командировку. Вот. Дальше, девочки. Здесь я вижу любовный треугольник попозже, именно потому что появится второй мужчина чуть попозже. Вот. Ну и что я здесь вижу? Что вы, скорее всего, этого мужчину либо оставите, если, ну, то есть в зависимости от того, какие у вас отношения. Ну а если вы в браке, девочки, не обязательно, то есть развода я здесь не вижу, просто возможно, что как-то разладятся ваши отношения с вашим мужем. И вот для тех, кто в паре, ситуация несколько опасная, потому что очень заинтригует вас тот мужчина, который в вашей жизни появится вот чуть попозже. Если вы загадали, ну вот на, приблизительно на три части делите загаданное вами время, да, вот, так что вот смотрите, чуть попозже появится другой мужчина, и увлечетесь другим мужчиной. Поэтому вот здесь будьте внимательны. Почему-то другой мужчина как-то заинтригует вас больше, чем тот мужчина, которого вы загадали по первой позиции. Еще, девочки, что я тут вижу? Я вижу ситуацию для тех, кто в браке. То есть вполне возможно, что мешает как раз-таки мужчине раскрыться и быть вам вместе именно то, что вы в браке. Вот, поэтому здесь вполне возможно, что вы все-таки останетесь с мужем, да, если вы загадали другого мужчину. Вот, а с этим мужчиной вполне возможно у вас любовные встречи, но в итоге эти любовные встречи вы оставите, то есть повстречаетесь, такой будет бурный роман, да, и оставите. То есть ситуацию, что вы замужем и загадали другого мужчину, тоже я здесь вижу. То есть там, где у вас, какие у вас отношения, да, и какая у вас связь и все остальное.
Вот такая, девочки, очень интересная первая позиция. Так что здесь все в ваших руках, зависит все абсолютно от вас. У вас выбор реально между двух мужчин. Но вот этот мужчина, которого вы загадали, если вы не в браке за другим мужчиной, то у мужчины намерения в отношении вас серьезные, он бы хотел с вами серьезных отношений. Но вот в тот момент, когда у вас появится другой мужчина, вот тогда и включится у него защитная позиция. Да? Вы будете как раз ждать от него каких-то действий, да? Вот. А у него включится защитная позиция, и он из-за собственной неуверенности отойдет на второй план. А в начале, да, сейчас действия с его стороны однозначно будут. Переходите, девочки, теперь в конец видео. Там, как всегда, будет карта на исполнение желаний. А я перехожу к следующей позиции. И рассмотрим теперь вторую позицию. И по второй позиции, девочки, представьте сейчас своего мужчину, чтобы карты почувствовали его энергетику. И посмотрим в загаданное вами время. Все будем рассматривать именно на загаданное вами время. И первое. Каким будет его отношение к вам, которое он будет демонстрировать? То есть конкретно какое отношение к вам в загаданное время ваш мужчина будет демонстрировать. Угу. Спокойствие он будет демонстрировать, ревность он будет вам демонстрировать. Как-то будет что-то выяснять, проверять. Кстати, вот даже, честно говоря, по старшему аркану справедливость могут быть действительно какие-то проверки с его стороны. Может быть, даже как-то что-то проверять будет, следить. Ну, например, телефон, там, ваши контакты или что-то еще. Тоже такое вполне возможно. Его истинное отношение к вам, которое будет. Ну, по принцессе кубков, во-первых, он ждет от вас чувств, ему бы очень хотелось, чтобы вы проявляли чувства в отношении него. Вот. Каким образом он? У него чувства есть к вам, но он не видит чувств от вас, поэтому и демонстрирует вам, собственно, такое поведение. Какие отношения между вами сейчас? Ну, по старшему аркану звезда, в принципе, здесь от формата отношений зависит, да. Если вы загадали мужчину, который вам нравится, он о вас мечтает. Если вы загадали мужчину, с которым роман на расстоянии, то тоже о вас мечтает. Если вы загадали мужчину, с которым у вас ссора, конфликт, расставание, разрыв или развод, мечтает о примирении с вами. Если вы загадали мужчину, с которым вы в паре или в браке, то он мечтает об улучшении отношений. Не видит, то есть я бы сказала, какое-то вот у вас охлаждение произошло, доверия нет у мужчины к вам. Вот какие у вас сейчас отношения. Ну, сейчас я рассказываю для тех, кто в паре или в браке. Вот. С этим и связано опять-таки то, что он вам устроит какие-то проверки и испытания. Дальше, совместимость ваша. Ну, по старшему аркану дьявол, я думаю, у вас страсть и ревность постоянно, да? И чаще всего это именно со стороны мужчины идет. Вот какие у вас отношения, то есть я бы сказала, американские горки. Вот, потому что страсть и ревность – это такие чувства очень яркие, но, на мой взгляд, негативные. Дальше. Ожидание мужчины от отношений с вами. Что мужчина там от вас ожидает? Ну, он себя, он ожидает. Ну, по все понятно, да, что он такой император, да. И поэтому он и чувств хочет от вас, и действий, наверное, от вас. Вот он такой сильный, властный, самодостаточный, такой весь мужчина с большой буквы. Как его можно не любить?
да, ну, то есть он задает, думает сам себе, да, как меня можно не любить? Ну, в общем, такой достаточно сильный, властный, поэтому он действительно, то есть вы цепляете его эго, поэтому он так себя ведет, у него страсть и ревность, такие агрессивные чувства. Вот. Дальше. Что вам делать-то, собственно, для улучшения ваших взаимоотношений? Чувства проявить все-таки к мужчине. Ну, как я всегда говорю, чувства нужно проявлять дозированно, да? Сделал мужчина что-то хорошее, проявили чувства, показали ему. Вот. Если он там что-то не очень хорошее делает, говорить ему то, что вам это не нравится, что вы не хотите, чтобы он себя так вел, то вы хотите других отношений или других поступков. Так что чувства проявлять нужно в отношении мужчины для улучшения ваших взаимоотношений, иначе он с ума сойдет от ревности и страсти к вам. Дальше. Как повлияют загаданное вами время на ваши отношения какие-то внешние обстоятельства и ситуации? Ну, по старшему аркану мир, смотрите, вы, либо ваши отношения наладятся, и все у вас будет хорошо, либо, может быть, ну вот сейчас посмотрю по дальнейшим картам, можете даже расстаться с этим мужчиной, если он вам не дорог. Да, то есть, если он вам не дорог, если у вас нет чувств, вам вы, ну, то есть любви нет к этому мужчине, то вполне возможно, что вы уже в загаданное вами время просто расстанетесь. Но для вас это будет очень легко, потому что, ну, я уже сразу сказала, если мужчина вам не нужен, если он вам не дорог. Вот. Какие еще обстоятельства? Дорога. То есть, если вы собираетесь куда-то в поездку или мужчина, то возможно, что именно какая-то поездка повлияет на ваши отношения. Дальше. Каким образом могут повлиять на ваши взаимоотношения посторонние люди? Давайте посмотрим. Ну, тут семья. Семья может повлиять. Ну, во-первых, может быть такой момент, что мужчина женат, которого вы загадали, да, то здесь, конечно, семья будет влиять на ваши взаимоотношения. Это естественно. Если же мужчина свободен, то здесь семья в широком смысле слова. Это родители, дети, тети, дяди, братья, сестры. Всех будут влиять на ваши как-то взаимоотношения, да, это естественно. Но я хочу сказать, что будут влиять каким образом? В лучшую сторону будут влиять на ваши взаимоотношения, ваши родные и близкие. Но это при всем при том, если мужчина вам нужен и дорог. Потому что я здесь пока чувств с вашей стороны не увидела, а мужчину, а со стороны мужчины я вижу агрессию, вижу психи из-за того, что он не видит, что он вам нужен. Дальше. Как будут развиваться ваши взаимоотношения в загаданное вами время? Ну да, действительно, какая-то поездка предстоит либо вам, либо мужчине за границу, прям вот в ближайшее время. И надолго получается такое длительное расставание, я бы сказала. И, скорее всего, с целью заработка, наверное, я так понимаю. Вот. Ну, смотрите, если у вас роман на расстоянии, то я тут вижу встречу вашу в ближайшее время. Вот, а потом, естественно, мужчина уедет. Вот. Ну, отношения будут продолжаться на расстоянии, но они будут продолжаться. Вот. Если у вас ссора, конфликт, расставание, разрыв или развод, то все равно я вижу его, либо его отъезд, либо ваш отъезд. Именно вот карты мне показывают именно за границу. Вот, как-то вот вы на расстоянии. А вот если вы замужем, я не знаю, почему, может быть, он куда-то на заработки поедет, но слишком длительное время. Вот. Хотя, если вы загадали месяц, то, в принципе, нормально, да? Вот, хочу еще одну карту даже. Ну, нет, все у вас наладится, все будет хорошо, но вот это время, которое вы загадали все-таки,
но вы все равно будете холодноваты. Он ждет от вас чувства, а вы все равно будете с ним холодны. Вот. Ну, давайте, наверное, расскажу ваше будущее по разным форматам отношений, потому что ну, не совсем понятно. Для тех, у кого роман на расстоянии, я уже рассказала. Давайте теперь для тех, у кого кто загадал мужчину, который вам нравится. Все равно я вижу какую-то поездку. Расставание достаточно длительное, но не меньше месяца. Вот. А потом он приедет и будет встреча на начало ваших взаимоотношений. То есть он будет делать шаги для начала ваших отношений. Но что интересно, еще раз говорю, вы все равно будете холодноваты к нему, как снежная королева. Либо вы его будете ревновать, либо вы ему не доверяете. Не знаю, здесь я с вашей стороны вижу и страсть, и ревность. Вот. Но еще один момент, который здесь очень ярко укладывается, это если мужчина женат. Вот. То получается, да, редкие встречи. Вот. Но ревность будет и с его стороны, и с вашей стороны. Как-то вот так. Но поездка все равно есть. Дальше, девочки, если у вас ссора, конфликт, расставание, разрыв или развод, то смотрите, все равно я вижу поездку. Вот, как бы в загаданное вами время, да, длительное, я же говорю, не меньше месяца. Вот. А потом он приедет и будет делать шаги к примирению. Но вы будете холодноваты, не факт, что вы на это примирение пойдете. Вот. Ну, мужчина, честно, эгоистичный, конечно. Он думает по большому счету только о себе. Вот. Дальше. Если вы в паре, тоже я все равно вижу какую-то поездку. Причем либо вашу, либо его поездку. Ну вот. Потом ваша встреча. Вот. Желание строить отношения, как бы. Все хорошо. Действия с его стороны вижу в отношении вас. Вот. Ну, опять-таки, вы холодноваты. Но почему-то вот вы друг друга ревнуете, друг другу не доверяете. Понятно, что мужчина-то эгоист. Он, конечно, вообще хочет, чтобы все было по его. Вот. А вы ему такого не даете, но правильно делаете, собственно говоря. Вот. Но, как я уже сказала, нужно все-таки дозированно. Да. Ну и для тех, кто в браке, тоже я вижу поездку. Либо вы куда-то поедете, либо мужчина. Вот. Ну, потом отношения потеплеют. Единственное, что, я же говорю, вы как-то с ним по очереди. Вы друг друга ревнуете, друг другу не доверяете. Вот. Но мужчина все равно, несмотря на всю свою ревность, на всю свою агрессию, на весь свой эгоизм, он вас любит, искренне любит. Вот. А вот вы, с одной стороны, как бы вы не настолько эгоистичны, вот, но и любви у вас такой к мужчине сильной я не вижу, как у него к вам. Да, есть ревность с вашей стороны, есть недоверие, но именно любви вашей к нему я не вижу. Поэтому вот мне кажется, если бы вы все-таки, хотя и дозированно, но все-таки иногда показывали бы ему именно искренние чувства, вот смогли бы зажечь себя. Вот вспомните, для того, чтобы зажечь себя, вспомните, как вы бегали к нему на первое свидание, как у вас горели глазки, как вы ждали этого свидания, да? Какие у вас были чувства. Вот вспомните это, потренируйтесь. И вот когда мужчина приедет, да, встретите его именно с такими блестящими глазками. Вот. Это и есть показатель чувств, когда вы смотрите на него влюбленными, блестящими глазками. Тогда мужчина, конечно, все чувствует и все понимает. Понимает, что у вас действительно есть к нему чувства. А здесь я с вашей стороны вижу только холодность. И на фоне холодности ревность, какую-то конфликтность, может быть, какую-то агрессию даже, недоверие к мужчине. Вот. А он ждет именно чувств от вас, чувств нежности, ласки. Вот. Так что задумайтесь здесь над своим поведением. Да, понятно, что он эгоист, и ничего, естественно, его не изменит.
Вот. Но мужчина достаточно сильный, причем любит вас действительно. Поэтому, если хотите быть с ним вместе, попробуйте таким образом под него подстроиться. Ну, невозможно, да, как, нет, часто так бывает, да, что один любит, другой позволяет себя любить. Но при этом все равно же нужно в отношении того человека, который любит действительно искренне, проявлять чувства. Вот такая, девочки, интересная вторая позиция. Переходите теперь в конец видео. Там, как всегда, будет карта на исполнение желаний. Ну а я перехожу, естественно, к следующей позиции. И теперь по третьей позиции, девочки, посмотрим, что же будет между вами для всех, кто загадал третью позицию. Так, первый вопрос. Вообще, загадали время. Все вопросы в данном раскладе, девочки, будут касаться именно загаданного вами времени. Как я сказала, от месяца до полугода. Но самое оптимальное это 3 месяца. Итак, смотрим. Отношение мужчины к вам, которое он будет вам демонстрировать загаданное вами время. По старшему аркану сила, девочки. Что он вам будет демонстрировать? Нежность, ласку, чувства. Это все он вам будет демонстрировать. Ну и ждать от вас в том числе нежности, ласки, то есть отклика, естественно. Вот. Но больше именно, конечно, он от вас хочет. Он все будет делать для того, чтобы именно от вас этого добиться. Вот какое отношение он будет вам демонстрировать. Посмотрим его истинное отношение к вам, также загаданное вами время. Вот. Ну, серьезное у него отношение к вам. Хотя вот демонстрировать он больше будет все-таки такую, знаете, интимную направленность отношений. А истинное отношение к вам, девочки, он вас очень любит. Он хочет с вами, я бы сказала, даже не просто встреч, а именно таких серьезных отношений. Какие отношения между вами сейчас? Ну, понятно. Вы такая гордая, сильная, самодостаточная, хорошо стоящая на ногах девушка. Поэтому и ждет он вас, ну, несколько холодновато, сдержанная, не холодновато, а сдержанная. Поэтому он и ждет от вас нежности, ласки, да. Вот, а внутри он очень сильно вас любит и очень хочет с вами отношений, либо просто отношений, да, зависит от того, какого мужчину вы загадали, либо примирение, либо улучшение отношений, или переход отношений на новый, более серьезный уровень. В принципе, если вы в паре, то мужчина готов сделать вам предложение, но не видит от вас отклика. Вот, дальше. Совместимость. Ну, по старшему аркану Луна, как-то вот так, холодность или как, отчуждение какое-то у вас в отношениях. Вот мужчина такой получается более чувственный, да, вот, а вы такая более сдержанная. Ну, здесь все от вас зависит. То есть совместимость будет, если вы раскроетесь, если вы раскроете свои чувства в отношении мужчины, тогда и совместимость будет. Тогда ваши отношения потеплеют, независимо от формата, и станут значительно лучше. Чувства появятся в отношениях. Дальше. Ожидания мужчины от отношений с вами. Ну, он хочет серьезных отношений, девочки. Но если у вас роман на расстоянии, то встречи для начала он хочет, конечно. В других форматах, возможно, либо совместное путешествие, либо сделать вам хочет уже предложение руки и сердца, в зависимости от формата.
Но в любом случае мужчина именно серьезно настроен. Как повлияют на ваши взаимоотношения загаданное вами время, события и ситуации внешние? Переживания какие-то будут. А с чем же будут связаны переживания с такими внешними обстоятельствами? А у вас какой-то мужчина еще есть, светленький, младше вас, тоже чувственный. Вот, и ну, поклонника я вижу. Поэтому ваш мужчина, которого вы загадали по третьей позиции, будет очень сильно переживать, потому что он-то вас действительно любит. Как на ваши взаимоотношения повлияют какие-то другие посторонние люди в загаданное вами время? У вас может быть пауза. То есть вот эта отчужденность между вами, она неспроста. Пауза может быть в ваших отношениях. Пауза, отчужденность какая-то. И как раз таки вот из-за вашей сдержанности. Вот. Ну, с другой стороны, может быть, вы еще и не определились, насколько вам этот мужчина нужен. Может быть, у вас есть чувства к другому мужчине, вполне возможно. Дальше. Как будут развиваться? Пропустила один вопрос. Что вам делать для улучшения ваших взаимоотношений? Ну, вам-то делать как раз-таки ничего не нужно. Здесь все будет делать мужчина. Но по принцу жезлов у него какая-то неуверенность в себе. Да, то есть поддерживать мужчину, конечно, да, делать ему комплименты. Если мужчина, которого вы загадали по третьей позиции, вам нужен, то поддерживать, делать ему комплименты, потому что он не уверен в себе. Вы такая умница, красавица, хорошо стоящая на ногах, да, а он в отношении вас чувствует себя очень неуверенно. Хотя действительно вас любит. И неуверенно еще, возможно, он знает про другого мужчину или поклонника. Вот, в связи с этим, то есть мужчин двое. Так что смотрите. Но на самом деле вам что нужно сделать? Вам больше всего, что тут вижу, во-первых, поддерживать этого мужчину, если он вам нужен. Во-вторых, выбор сделать между двумя мужчинами. Но я тут вижу у вас заинтересованность в другом мужчине. Так что, если вы другого выберете, то, конечно, здесь будет с этим мужчиной и отчужденность, и холодность, и пауза в отношениях. Теперь давайте посмотрим перспективу на будущее, да, как будут развиваться ваши отношения в будущем, в ближайшее загаданное вами время. Ну вот пауза в связи с поездкой с какой-то связана в ближайшее время, разрыв отношений и мечты. Ну, я делаю только один вывод. Мужчина, которого вы загадали, вам просто не нужен. Один момент и другой момент. Я тут вижу вынужденное расставание. Смотрите, на загаданное вами время я выложила три карты. Вот, поэтому разделите загаданное вами время, ну, приблизительно на три части. Вот. И вот смотрите, первая часть. Там от месяца до, нет, меньше, да, ну где-то от недели до двух месяцев. Вынужденное расставание, либо вы куда-то уедете, либо мужчина. Вот, и это вынужденное расставание продлится, вот видите, сколько времени, потому что дальше идет разрыв отношений. Также из-за вынужденного расставания, это не окончательный разрыв. Вот, а дальше я вижу мечты, ну вот хочется мне еще уточнить, да, будет ли продолжение ваше? Да, мужчина будет проявлять инициативу все-таки для продолжения отношений с вами. Он вернется и будет проявлять инициативу. Но если он вам нужен, то в принципе у вас есть хорошие перспективы на дальнейшие отношения после его поездки. Его поездка это или ваша поездка, да? Хорошие, вполне хорошие перспективы дальше.
Вот. Но если вам мужчина не нужен, то вот здесь вы можете вполне закончить с ним отношения, выбрав другого мужчину, потому что у вас реально выбор между другом. Но для тех, кто в браке, в принципе, если у вас уже, скажем, ваш брак себя изжил, да, и назначен развод, может быть, вот здесь вполне быть развод. Вот. Но продолжение отношений все равно будет. То есть мужчина не оставит это все просто так. Он все равно будет пытаться вас вернуть. Вот. Но давайте еще теперь по разным форматам отношений, чтобы все было понятно. Если вы загадали мужчину, который вам нравится, то я тут вижу действительно у него поездку. Ну, где-то от месяца до 2 месяцев поездка будет. Если полгода загадали, то больше. Вот. Но потом он приедет и начнет проявлять инициативу. Вполне возможно начало отношений между вами. Вот. Но это только в том случае, если мужчина вам нужен. Да? То вы на это пойдете, конечно. Если вы загадали мужчину, с которым у вас роман на расстоянии, то встречу я вижу попозже прямо. То есть уже позже загаданного вами времени, где-то через месяц. Вот. Если вы загадали полгода, то смотрите, где-то через 7 месяцев. Если вы 3 месяца загадали, да, то где-то месяца через 4 будете планировать встречу. Вот. Ну, то есть попозже. Если к следующему формату отношений теперь перехожу, девочки. Если вы загадали мужчину, которому у вас ссора, конфликт, расставание, разрыв или развод, то получается вот от месяца, если полгода загадали, то до 4 месяцев, получается сначала у него поездка, потом разрыв отношений. Вот. Но потом все равно он выйдет на примирение, будет проявлять инициативу, и вполне примирение, счастливое примирение вполне возможно. Но вот разладятся ваши отношения в связи с его поездкой, и потом он, я же говорю, он не уверен несколько в себе, будет бояться выйти на примирение, но потом попозже все равно начнет проявлять инициативу. Дело все только во времени, а времени тут получается очень много пройдет до вашего примирения. Ну вот, поэтому, в принципе, вам делать шаги не нужно, но вы можете не делать шаги, но вы можете интерес проявить в отношении мужчины, для того, чтобы у вас быстрее как бы все наладилось, если вы хотите, конечно. Ну и дальше, для тех, кто в паре, поездка, разрыв отношений связан с поездкой мужчины. Вот. Ну а дальше он будет проявлять инициативу для тех, кто в паре. Дальше уже, правда, попозже загаданного вами времени, возможно, уже и даже помолвка ваша или предложение руки и сердца, то есть вполне возможно. Вот. Но опять-таки, все это чувство, да, чувство вас ждет от вас, мужчина, ждет от вас любви, ждет от вас именно какое-то проявление заинтересованности. Имейте это в виду, да, и поддержки, конечно. Делайте ему комплименты, поддерживайте его, если вы в паре с этим мужчиной. Что ж он так неуверенно себя чувствует? Я понимаю, что вы такая умница, красавица, хорошо стоящая на ногах. Вот. Но если уж вы с этим мужчиной в паре и планируете продолжение отношений, вот, то поддерживайте мужчину. Будьте для него тоже как бы и поддержкой, и опорой. Вот. Для тех, кто в браке, я уже сказала, что если ваши отношения давно себя изжили, то вполне возможен развод в ближайшие 1-4 месяца и другого мужчину, то есть мужчин все равно двое, другого мужчину я тут вижу, то есть вполне возможно, что у вас начнутся какие-то новые отношения. Ну а для всех остальных, кто в браке, поездку я тут вижу, потом мужчина приедет и как бы и ваши отношения наладятся. Ну вот в поездке, из-за того, что и поездка либо ваша, либо мужчины, да, то есть расставание между вами достаточно длительное, я вижу конфликт. Вот. В принципе, этого конфликта вы могли бы избежать. Конфликт, конечно же, на почве ревности.
Вот. Ну и в любом случае, даже если у вас с мужем все нормально, да, и хорошие отношения сейчас, то все равно будет какой-то поклонник. Именно с вашей стороны, не у мужчины, а именно с вашей стороны будет поклонник. Вот. И поклонник вас тоже заинтересует. Вот. Может быть, с этим и будет связан конфликт. Но, как бы, если у вас все хорошо в браке, да, не стоит вот так, если другой мужчина заинтересовал, вот так сразу разрывать отношения, разводиться, да, или там что-то еще. Все-таки, потому что я вижу, что ваш муж приедет, отношения ваши наладятся, все у вас будет хорошо, произойдет всплеск чувственности в ваших отношениях. Вот. Ну, там жизнь ваша, как я всегда говорю, да? Поэтому решать в любом случае только вам. Только вы можете решить, какой из двух мужчин вам больше нравится и с каким из двух мужчин вы будете продолжать отношения. Вот такая, девочки, интересная третья позиция. Ну, а теперь переходим, как всегда, к карте исполнения желаний. Желания загадывайте правильно внизу под этим видео. В описании, в моем первом комментарии вы найдете ссылочку на мою группу ВКонтакте «Зеркало судьбы», где размещены правила загадывания желаний, также комплименты мужчинам на любой день, на любое время, да, на все случаи жизни. А также приглашаю вас на мой второй канал. Ссылочку на канал вы также можете найти в описании и в моем первом комментарии. Канал о красоте, мне кажется, что он тоже будет вам интересен. И еще, девочки, один момент, прежде чем я вытащу карту на исполнение всех ваших желаний, хочу попросить вас. Сегодня ко мне обратилась девушка. Девушка достаточно молодая, скажу имя, зовут ее Лариса. Она больна. Заболевание, не буду говорить какое, очень серьезное. Вот, естественно, она обратилась ко мне за помощью. Вот, но я бы хотела еще всех вас попросить, чтобы вы все помогли этой девушке. Попросите только искренне. У кого кто не хочет искренне, лучше не просите вообще. Попросите искренне Господа Бога за эту девушку о ее выздоровлении. Тем самым, то есть вы сделаете это не для меня, а для себя, по той простой причине, что это всем нам с вами будет во благо. Поэтому вот кто, кого искренне волнуют, ну, так скажем, чужие вопросы, чужие проблемы, кто искренне готов помочь, то я вас действительно прошу также искренне, да, и прошу за эту девушку о ее выздоровлении. Естественно, буду вам всем благодарна. Вот с таким вопросом решила сегодня к вам, ко всем обратиться. Очень надеюсь, что среди моих подписчиков и зрителей много добрых, искренне добрых и позитивных людей. Ну а теперь карта на исполнение всех ваших желаний, естественно, для всех, кто подписался или уже подписаны на мой канал и поставили лайк под этим видео. Замечательная карта – это король Пентаклей. Король Пентаклей говорит о том, что все ваши желания исполнятся, исполнятся самым наилучшим для вас образом. По королю Пентаклей это минимум один день. Помните, да, что это зависит и от желания, и от вас лично. От одного дня до года исполнится ваше желание. Так что принимайте ваши желания, наслаждайтесь. Всем вам искренне, от всей души, девочки,
Желаю счастья, радости, удачи. Всего вам самого наилучшего. С вами была Алена Ариес. До скорых встреч в новых видео. Пока-пока.